Вот настоящая икона Святая Виктория, в честь кого назван корабль. Обратите внимание, и золото вышито. Мы еще производим иконы. Ух ты! Вот, и этот, все это сделано. Вот в честь нее названа Святая Красиво. Виктория. Красиво. Корабль получается вот Святая Виктория. Да, Святая Виктория. Да. Здорово. Тут давайте я вас сфотографирую. У вас фонарь горит. У меня, да? Прекрасно. Тут. Сейчас мы его отключим. У меня видео пошло. Барометр с часами. Барометр с часами. Здесь. Это, да, навигационные приборы здесь стояли на корабле. А вот это? Ну, что? Это глобус такой, это как муляж. Старинный глобус, так раньше видели. Я посмотрю, потому что мне интересно. Там будет еще один глобус настоящий. И карты старинные. Это тут... Ну, тут немножечко неправильно, но это так раньше видели. Это не то, что неправильно. Это как раньше. Как раньше, да, видели. Ну, они раньше неправильно видели. Да, много где островов видели. Да, здрасте. Ничего себе. Чудо. Проходите, здесь музей, сейчас скучно начинается. Атлантида. 500 взрослых, 300 детских. 500 взрослых, 300 детских, а у вас, слушайте, как по времени, да? Ну да, ну, вау. Можете сейчас признать, можете потом. Проходите, сейчас начало. Автопортрет. Вообще классно. Это вообще... Это на современное искусство. Это комната. Да. Автопортрет, большую видишь? Историю. Не автопортрет, это... Автопортрет, подписано же все. Не, ну мне кажется... Да. Конюхов, он вроде... Если дети есть, будет интересно, там внутри... О, пуха, вот, наконец.